В галерее 6/7 открылась выставка работ художника-живописца Валерия Краснова. Валерий Краснов родился и живет в Яльчикском районе. Он с детства любил рисовать и лепить. Первыми работами юного живописца были копии иллюстраций художника Сизова к поэме «Нарспи». Валерий Краснов учился в Южкаролинском художественном училище и филиале Суриковского института. Он участник многих региональных и международных выставок, в том числе и персональных. На выставке в галерее 6/7 представлены более 20 живописных произведений. Он не только пишет пейзажи, пейзажей у него тоже очень много, но именно старается показать в своих картинах быт, традиции, обычаи чувашского народа. Не только сегодняшний день он пишет, и пишет, как бы получается, историю народа.